Приветствую всех, кто смотрит это видео. С вами была Лэнд, и мы спешим сообщить, что сегодня день рождения у английской актрисы Кейт Уинслет. Ей исполнилось 48 лет. Актерскую карьеру Кейт Уинслет начала в 1991 году, дебютировав на британском телевидении. Дебютом в кино для Уинслет стала картина «Небесное создание» 1994 года, получившая положительные отзывы кинокритиков. Широкое признание и первую премию Бафта Уинслет получила, воплотив образ Марианны Дэшвуд в мелодраме «Разум и чувства» 1995 года. А всемирная известность к ней пришла спустя всего пару лет после исполнения роли Розы Дьюитт Бьюкейтер в фильме «Катастрофе. Титаник» 1977 года, за которую она получила свою вторую номинацию на премию «Оскар». В дальнейшем она была отмечена в таких фильмах, как «Перо маркиза де Сада» 2000 года, «Арис» 2001 года, «Вечное сияние чистого разума» 2004 года, «Волшебная страна» 2004 года, «Как малые дети» 2006 год, «Чтец» 2008 год, «Дорога перемен» 2008 год и «Стив Джобс» 2015 год, за которую была номинирована на различные кинонаграды. Она также является лауреатом премии Грэмми в 2000 году за лучший речевой альбом для детей. Также приняла участие в качестве вокалистки некоторых саундтреков для фильмов, а ее сингл «What If» был хитом в ряде европейских стран. Обладательница многочисленных наград, в том числе премии «Оскар» в 2009 году, лауреат трех премий «Бафта» в 1996, 2009 и 2016 годах. Четырех премий гильдии киноактеров США в 1996 году, 2009, 2012 и 2022 году. Пяти премий «Золотой глобус» дважды в 2009, 2012, 2016 и 2022. Двух премий «Эмми» в 2011 и 2021 году. И почетной премии «Сезар», которую она получила в 2012 году. 17 марта 2014 года Кейт Уинслет была удостоена именной звезды на Голливудской аллее славы. Мы желаем талантливой актрисе удачи в ее актерской деятельности, а также крепкого здоровья. А с вами мы не прощаемся. До скорых встреч!